Всем доброе утро, девочки и мальчики. Хочу вам показать свой новый телефон. Покупала в Отто. Он у меня голубого цвета. Есть, конечно, и черного цвета. Только просто цена будет меняться, да? Ну и, конечно, белого. У меня уже такой телефончик есть. Вот я снимаю, да, на него. У меня Xiaomi 10. Здесь тоже много места, хорошая камера. Но единственное, что он у меня упал. Его иногда глючит. Я не могу его ни выключить, ни включить. Просуществовал он у меня 3 года. Ну вот, снимаю сейчас на него. Очень хорошая камера, очень хорошо работал. Но это была, конечно, моя вина, что я его уронила. Сразу, конечно, он не показал себя, но потом через какое-то время уже невозможно им пользоваться. Так что пришлось мне снова выписать почти такой же, но только здесь получается новая модель, 12-я, да? И здесь очень хорошая камера, очень много места. Ну, вот такая вот цена. Я сейчас покажу этот телефончик, который мне пришел. Может быть, кто-то захочет купить себе. Здесь вот можно и в рассрочку брать. Можно и за наличку сразу купить. Ну, неплохая фирма. Конечно, придется заплатить проценты, но ничего страшного. Зато у вас будет такой неплохой телефончик. Ну, вот такой вот телефончик. Он немного больше моего старого. Чуть-чуть побольше и чуть-чуть подлиннее. Хорошая такая камера, большая. Ну, новая модель. Вот такая вот коробка. И очень хорошая зарядная. Прям большое, такое тяжелое. То старое у меня, ну, немножечко не такое, но, конечно, поменьше и качество похуже. Вот эта вот коробка от моего старого, ну, на которой я сейчас снимаю. Ну, это, конечно, была моя вина, что я его уронила. Так бы, конечно, я бы его и не меняла бы. Покупала я его 3 года назад, где-то за 500 евро я брала. Всем вам хорошего дня, хорошего настроения и всем пока!